Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Опять лезешь купаться, не ополоснувшись. С тем, что ты заноза в заднице, я уже смирился. Но заходить в воду, не ополоснувшись, недопустимо. Верно, Ранга? Чего? Это какая ужасная пошлость! Ты что несешь? У тебя между ног то же самое. Неправда! Нет! Вот такого у меня нет! Мне кажется, посмотрел в лицо опасности. Размечтался. Для такого, как я, это плевое дело. В конце концов, я же сам Кинзи Нинамия! Нынешняя молодежь слишком высокого о себе мнения. После пары достижений думают, что мир у их ног. А нельзя называться профессионалом, если у тебя не развито уважение к делу. Ой, да что ты говоришь. А раньше ты втирал сотрудникам, что их жизнь ничего не стоит без рабочих достижений. Дед, ты свои таблетки выпить не забыл? Уши вянут. У меня от одного только выслушивания ваших воплей понижается уровень интеллекта. Но... стоит мне только посмотреть на твои пухлые груди, и взамен интеллекта повышается настроение. Какой же ты отвратительный, чертов девственник! Твой противник тупее любого насекомого, зато силы хоть отбавляй. На первый взгляд, этот Нинамия совсем не похож на могучего воина. И вот когда монстр начнет рвать его на части, и я приду на помощь, тогда он проникнется ко мне преданностью и станет моим подчиненным. Плачь, кричи, а потом преклони колени перед своей могущественной госпожой! Ого, вот это да, с одного удара! Великая Риму, как всегда, несравненна. Ой, большой черт так смотрит, будто мы стали друзьями. Да? Но чем больше у нас воинов, тем мы сильнее. Молодежь сейчас никуда не годится. Да и почва здесь паршивая, совершенно точно ничего не вырастет. Он будет продолжать горбатиться над бесплодной землей. Не сможет даже приблизиться к норме, которую выдают мои подчиненные. И в конце концов, он деградирует до уровня присмыкающегося раба. Ему ни за что не получить мою должность. Черви — главные помощники, когда надо спасти безжизненную землю. Скоро она станет плодородной. Как он быстро вспахивает. Я так и знал, что ты нам очень пригодишься. В отличие вот от того мелкого проглота. Она же съест червя. Для начала разведаем побольше о противнике. Что? Он как чистый лист. О нем ничего не нарыть. А эта девочка... вот как. С таким-то происхождением. Этим я и воспользуюсь. О чем вы? Барышня, у вас... было непростое прошлое, не так ли? Вы уверены, что обо всем уведомили руководство? Ошибка одного человека обернется проблемами для всего отдела. Ну и как мне лучше поступить? Как поступить? Вообще-то есть один выход. Вы можете подтвердить, что приносите свои извинения. Повернитесь к камере. Да, смотрите снизу вверх, поведите плечиками, бросьте полотенце и скажите «Прошу, простите». Что? Где это мальчик? Но ведь он такой милый. Нет, именно поэтому он такой милый. Да. Верно, это подарок от бога сладострастия. Но он может оказаться ящиком Пандоры. Отчего я весь горю? Я расширил свои горизонты! Ну
молчать! Мы так сказали, потому что мы должны так говорить! Работаем сутками без продыху, дома совсем не бываем! Я уже забыл мордочку своей жены! Виновата не только королева! Это еще и твоя вина! Что? Судьба рабов решится здесь! Гони деньги за переработку! Отдай зарплату! Кажется, я не очень понимаю, что здесь происходит. Хватай его! Ранга. Проснись ты уже! Эй, мне больно! Ты что творишь, Нинамия? Наконец очнулся.